Когда мне это была ёбка? Ты еще водку покупала. Растушь. Куда? На водку. Не надо. Почему? Ее надо снизу доставать, в смысле. Ее там нет. Я ее достану, когда придет момент. Сейчас покажу. Зачем? Надо помешать. Всем. А? Снизу это снизу. Снизу. Не надо. Она придется раздеваться. Нет. Я тебе серьезно. Достань, детка, ее. Не провоцируй, господи. Зачем тебе вот так? Маш, ты что мне встала? Нет, ты замочишь. Ты замочишь. Свои рукава. Свои рукава. Ты замочишь свои рукава. Преимущество в 7 лет. У него преимущество, потому что у него есть харизма. Если мы играем в это, то окей. Людей других. Я никого не играл. Ты не играл? Маш. Мне кажется, что вот эти стихи, они дополняют вечер, правда. Потому что мы курим постоянно, спасибо. На здоровье. Вы только бычки не складываете на стол. А, потому что нужно их сразу выкидывать. Ну, можно вот. Можно все. Просто нельзя их выкидывать, поэтому я складываю на стол. Окей. Умничка. Просто я не хочу посыпать на пол, до истории. Да, они же никто не хочет. Нет, нет, нет. Я просто централизованно привыкла это все утилизировать, окей. Вообще без да. Смотри, она меня смотрит.
Як лошадь кушу ялочка. Кристин, как ты? Я помню, я когда первый раз тебя видела. Стоишь на ногах? Да. Я помню, когда первый раз выпила, типа, я выпила. Моя жена свою силу. Мне было 19, и я решила доказать свою трезвость тем, что залезть на шкаф. Я сейчас вам докажу, что я настолько трезвая, что залезу на шкаф. Вот там всем курсом меня вот так вот с него. Вкусное яблочко. На самом деле я рекомендую тебе съесть яблочко. Я не хочу. Там хорошо. Яблочки там такой сок. Все уже собрали. Но она не нормально. Все. Можно я съем? Все. Ты же понимаешь, да, приоритеты? Да. Они простые. А, вот же, ее даже пустые. Я в 2004 году не знаю, нормально, человек. Ай, умничка! Угу. Настоящего. Кто нас? Кто нас? Кто? Кто? Кто такой нос? Кто? Дай яблочко. Слушай, можешь идти? На самом деле... Кто такой? Ничего плохого с ней не будет, а просто... Ну, вы не берёте. Ну, да. Ну, не принесёт. Вода и вода.
Выключивали, включи. Сколько? 20 метров. Водичка, водичка. Значит, что? Ну, как родниковая, считай. Ну, считай, что известковый немножко. Он не боится. Ему надо немножко травы. Свежий. Вот он не боится, да? То есть я вот пытался его отогнать от себя, да, поднимал руку. Он, наоборот, тянется к человеку. Я чьи это я культу? Не помню, что это. Мои крылья до сих пор находятся в пыльной пачке. Напрятанных из рыбы. Романович, он скис. Ну попробуй, дай коня. Ты его не ешь там. Сам не буду. Аккуратно, потому что может быть ты... И вот пошел пересел. Кипиш. Не, Ванька, подписывайся. Кипиш. Ну, смотри, какой-то контент, контент. Никто не снимал. Кипиш. А вот Ваня не обманул. Кипиш. Не скисли, что? Очень, да, я думаю, что он просто не ест арбузы. Брать вам в кормушку или на тумбу поставить? Да он не ест. Попробовал бы. Подавали арбуз. Что-то хочется, вот что непонятно, что хочется. Ремня. Я здесь бы ремня выдать. Вот смотри, какой котик у тебя. Я бы довезла чуть-чуть. Я вам уже не бьет. Я отправлю тебя конюхом в лугу. Мама тоскливо. Когда-нибудь стать конюшню жару, я тоскливо. Дали с доставкой, это все замечательно. Сливание там пошло, это же пиздец. Это сколько сантиметров лет? 45, по-моему, да? Это с доставкой, да? Обычно было дороже. Обычно втрое дороже без доставки. А, да, реально. Ты что он стоил бы и... Потому что и нрав такой. Угу. Просто удачно попали. Цыгане писали, спрашивали, как там жемчуг. Угу. Чего? Я говорю, ну вы знаете, вроде бы не в работе. Ну я так тоже по слухам говорю. Угу. Это, наверное, надо прокалить, да? Ага. Вот. Интересовались, что, куда он ушел. Можно ли его обратно выкупить. Ну что же искали, когда у нас полтос появился. Пытались найти, куда его потратить. Мы на самом деле пытались найти того, по всем цыганам, которые знаем, кто бы ходил. Ага, тут толстого засунул. Толстого засунул? Да, любимого, конечно. А толстый близок стоял. Я думал, что... Ты как бы только от самого настроения будешь, правильно? У них там комнаты или помещения... Вот Сухим, короче, вот по-моему. И хоккеистов рассматривал еще, что понятно, что ты должен работать, жить в этом и развиваться. Но также я просто ради примера смотрел интервью, есть такой гитарист, парень молодой такой, забыл, как его зовут. Ну, суть, и он был у Урганта на этом. Я его спросил, а сколько вы гитарой занимаетесь? Он говорит, ну, я 5 лет занимаюсь гитарой. Ну, именно вот так вот профессионально, увлеченно. Вот, я так прикинул, что по 8 часов в день, разделить, то есть примерно 5 лет и получается 10 тысяч часов. Может, он по 8 занимался. Не может, да. Это я так, это я так же. Да. Ну, прикинул, да. Но если говорить про свободную работу, то еще меньше. По 8 часов вообще не реально, кажется. Только если прям очень сильно упереться.
так хоть что-то воспринимать. Скажи. Я не хочу воспринимать.